Вроде погода у нас налаживается. Приехал сейчас на наш дом посмотреть, как тут дела. Все ли здесь в порядке, все ли здесь хорошо. В принципе, все посмотрел отлично. Все нормально. Вот. Как я уже говорил, дом мы хотели продать, но сейчас особо торопиться я не вижу смысла, равно как и всем своим инвесторам и продавцам об этом говорю. Если вы сейчас что-то продадите, надо понимать, что вы будете покупать. Если у вас сейчас цели особой что-то купить нету, лучше пока не торопиться. Травка прижилась отлично, да, такой прям коврик четкий. Но вот я думаю, что уже скоро надо будет приехать при хорошей погоде, солнечной, и подстричь газончик. В общем, вот такие вот дела. Хорошего вам весеннего настроения, ребята. Оставайтесь с нами. Что-то давно я вам не показывал реально какие-то предложения, а ведь люди многие спрашивают. Например, спрашивают, куда деть 3 миллиона рублей. Например, куда деть 4, и я не знаю, и куда деть 5 миллионов рублей. Так вот, ребят, если вы хотите 5 миллионов рублей куда-то в надежное дело вложить, вот сегодня именно это предложение я вам и хочу сделать. Смотрите, мы сейчас с вами находимся в городе Сочи, село Орел Изумруд, улица Лазурная долина. Здесь у нас по соседству уже построенные дома. Речь пойдет у нас о предложении земельного участка. Вот, на возвышенности. Одна из его особенностей, которая располагается вот в этой части. Вот посмотрите, здесь сосед уже строится, здесь получается планированный участок, там, естественно, и так далее. Сделали уже дорогу. Дорогу бетонную, то есть весь материал, допустим, подвозить, это уже не по лесным грунтовым дорогам скакать. А смотрите, площадь земельного участка правильной формы с возможностью строительства и с разрешением на строительство, что самое важное, уже готовым разрешением, то есть вы покупаете участок, если вы запланировали, допустим, строиться, то вы можете сразу приступить к строительству. 3,1 сотки земельный участок, ИЖС, не СНТ, стоит 5 миллионов. Напишите в комментариях, дорого это или нет, но я считаю, что в данном случае, с учетом того, что у нас цена средняя около 2 миллионов рублей за сотку, это в среднем. Зависит, опять же, от площади. То есть, например, даже если вы найдете земельный участок за 2 миллиона рублей за сотку, он будет, там, к примеру, около 4 соток, и это будет 8 миллионов. Здесь 5 миллионов. 5 миллионов, и мы буквально где-то в 5 километрах от моря. И улица Лазурная долина впадает у нас в улицу Петрозаводскую, и там уже дальше Гастелло и так далее. Вот даже отсюда я вижу, смотрите, знакомые вам дома, да? Первое, это Озерный 9-этажный. Дальше вы видите и Адлер, жилой комплекс. И дальше Континент. Вот это у нас ЖК Лазурная долина. И, в общем, здесь вот недалеко инфраструктура, так сказать, для жизни. Да? Вроде как отдельно, подальше от городской суеты место. Это не дача, абсолютно нет. Это не дальняя там... Бестужевская, да, которая вот она по дороге едет, машина, да, это там Бестужевская, там, где автобусы, ну, не так часто, к сожалению, ездят, да, это на возвышенности вас там не подтопит, не затопит, ничего такого здесь не будет, и мало того, здесь, кстати, зона очень хорошая для строительства аргелита, он буквально здесь в 2-3 метрах, поэтому, если вы переживаете, знаете, когда за строительство, вот это там, дома там когда-то сползли, здесь, если правильную соблюдать технологию строительства именно на сваях, то будет вообще все отлично. Ну и для любителей, которые хотят иметь видовые участки, ну, соответственно, здесь вид очень классный. Если мы туда поднялись бы, там еще лучше. Просто немного сыровато здесь, я не хочу туда лезть. Вот. Но когда вы приедете, если вы захотите его в натуре посмотреть, вы приедете, мы обязательно с вами поднимемся и вам покажем. Сейчас давайте, ребят, мы спустимся вниз и проедем на машине до автобусной остановки, до ближайшего магазина, чтобы вы понимали, и прекрасно я вам все это рассказал, и вы поняли локацию данного земельного участка, который находится фактически в городской, ребят, черте.
в городской. И недалеко, кстати, у меня там дальше Лазурная долина, дом, который я достроил, да, мы вместе с партнером достроили, и сейчас его снял с продажи, просто не хочу торопиться, потому что не знаю, что купить. Но вот этот земельный участок, он находится даже ближе, чем наш уже построенный дом. И с хорошими такими уже построенными домами соседями. То есть это не старая деревня, например, если мы поедем куда-нибудь в Молдовку, да, если мы поедем куда-нибудь в Черешню, Верхневеселая, то есть там уже построены старые дома. Здесь вот посмотрите, здесь коттеджные поселки. Вокруг уже построены хорошие дома. Зелень, вот это все распустится, будет действительно здесь воздух, птички поют, никакой шумной вам трассы. Вот относительно, так сказать, новые здесь построенные дома, очень солидные. Поэтому мы сейчас с вами проедем, я вам покажу локацию, и вы сами посмотрите и напишите в комментариях. То есть из коммуникаций, что здесь есть? Центральной канализации здесь нет, это лос, она в большинстве случаев применима. Даже у меня в доме поставлен лос, я имею в виду про дом Лазурной долины. Вот, но здесь газ есть, он везде газифицированные дома. Водопровод здесь есть, и свет 15 киловатт электроэнергии здесь тоже, в принципе, есть. Поэтому вот такой вот заезд. Вот там у нас машина, вот это уже асфальтированная дорога и сам, так сказать, само место, где уже построены хорошие дома. И если мы дальше пройдем, буквально где-то метров, может быть, 200, ну, может быть, 300, уже автобусная остановка, до которой мы вам покажем и проедем. Так, мы вернулись уже в офис, и у нас снова мероприятие. А мероприятие у нас сегодня по случаю день рождения. И день рождения у нас сегодня у Алексея и у меня. То есть у нас не в один день, но с промежутком буквально в 3 дня. Поэтому мы решили в нашей дружной компании сегодня собраться. Придут мои родители, будут дети. В общем, мы не захотели закатывать какой-то банкет и куда-то ехать там, ну, какой-нибудь там ресторан или еще что-то подобное, потому что у нас будет для нас конкретно личный подарок, и мы решили потратиться на него. Поэтому посмотрим, что мы себе подарим на день рождения. Да. Конечно. Для чего нужен большой офис? Для того, чтобы отмечать праздники. Давайте посмотрим, какие у нас результаты за март. Он у нас еще не закончился. 28 договоров на ремонт. У нас еще небольшой запас есть, несколько дней для того, чтобы зафиксировать рекордное количество обращений за месяц. Мы этого долго ждали. Помните, я вам говорил, что у нас за прошлый год было где-то, не помню сколько договоров, но было раз в 3 дня. Я говорил, надо сделать раз в 2 дня. Сейчас у нас, в принципе, эти показатели практически есть. Я думаю, что даже обгоняем, чем раз в 2 дня. Поэтому усиливаемся, расширяемся. У нас дополнительно выходят вот такие услуги, как закупка материала. Вон, видите, он где у нас уже стоит. Вот здесь, как мини-склад уже стал, да? Вот, и будем дальше расширяться, будем дальше думать, как свою компанию развивать до такого уровня, чтобы вам было удобно, эффективно, полезно, ну и, соответственно, конечно же, качественно. Батя, как дела? Хорошо, поздравляю тебя. Спасибо. Как настроение? Хорошее. Как здоровье? Как здоровье? Не дождились. Нашим? Молодец. Мальчики, мы вас поздравляем с днем рождения, Елисей. Спасибо. Тебе желаю здоровья, ты знаешь, что я тебя люблю. Лёш, тебе всего самого хорошего. С праздником. Скажи, что тоже люблю. Ура, ура. Тебя спасибо. Тоже люблю. С днем рождения, ребят. Спасибо. С днем рождения. С днем рождения! Цин-цин-цин! Поздравляю вас с днем рождения обоих. Желаю вам всего самого наилучшего, во всем успехов, естественно, здоровья, быть такими же хорошими ребятами. Вот это вам на двоих, скажем так, общий подарок. Я представляю, что это. А эти подарки каждому лично. Это одному,
А это второму. Это вот эта вот штука. Мы когда отдыхали в Дагестане, мне очень спасибо. Спасибо, ребята, от души спасибо. Настюш, сними. Вот. Я на эту штуку смотрел. Помнишь? Это от всего нашего коллектива. Теперь, Лёшенька, мы можем классно отмечать. Ребят, на природе. На шашлыке. Что могу я сказать? Послушайте. Да. Впереди лето, конечно. Спасибо. Послушайте. Ребят, Елисей, Алексей, поздравляю вас с днем рождения. Вот, всего вам самого наилучшего, самого хорошего, чтобы вас только окружали только, как сказать, хорошие люди, да. Профессиональные. Вот, и вы большие молодцы вообще, что делаете большое дело. Спасибо. Организовали такую хорошую компанию, да, и она все растет и растет и растет. Вот. Отдельно Елисею, ну, надо как бы сказать, да, благодарен, что он не то, что компанию, что он здесь собрал. Здесь вот все, кто здесь сидят. Ну, по сути, да. Ну, нет, собрал, да, но вся успешность это общее. Да, общее дело. Вот, ну и как бы, что приятно вообще с вами работать. Спасибо, что взяли нас в команду. Спасибо, вот. Саша, за слова. Вот. Все, ребята, спасибо. Души. Днем рождения. Спасибо. Классный подарок. Дорогой сынок, Алексей, и друг твой, Алексей. Я очень рада, что вы идете по жизни очень давно. Проверили себя друг друга, наверное, во всем. Я думаю, что ваша дружба останется чистой, искренней, надежной, крепкой, чтобы вы могли опереться всегда на плечо друг друга. Вот. А вам успехов, процветания этой компании. Все было хорошо, будьте здоровы и вперед. Спасибо. За рождение. Так, ребята, ждите новых интересных видео. Вам понравится, поэтому оставайтесь с нами. И звоните, если у вас возникают какие-то вопросы по поводу недвижимости, ремонта, закупки материалов и так далее. Всем удачи, пока!